Аллея строится. Сейчас, несмотря на то, что идет война, работы продолжаются. Работы по большей части выполнены, и это видно невооруженным глазом. Огромная аллея, практически вся выложена гранитной плиткой, вы можете это увидеть. Выставлены клумбы, сделана центральная часть мемориала, стилобат с высаженными живыми деревьями. Это практически все в стадии завершения. Черный гранитный стилобат с живыми деревьями – это символ вечной памяти воинам. И рябины, которые здесь высажены, это символические деревья, они часть древней украинской культуры, и они высаживались, рябиновые рощи высаживались на местах памяти воинов. Поэтому мы здесь, в Одессе, решили это реализовать в виде вот такого вот монументального сооружения, которое будет за счет живых деревьев давать вечную связь между нашим миром и тем высшим миром, куда уходят души наших воинов. Я думаю, что заканчивать мы будем, скорее всего, весной. Это связано с многими причинами. Во-первых, конечно же, высадка растений, она ориентирована на весну, когда уже растения будут приживаться. Сейчас конец ноября. Конечно, сегодня нас природа побаловала теплой погодой, но так не все время, и ночью могут быть заморозки, поэтому высаживать сейчас какие-либо растения уже нецелесообразно. Все это ориентировано на весну. Ну и завершение там еще некоторых работ, вот таких как гранит на стилобате, его нужно еще выложить. И в связи с тем, что военное время и доставка, порезка, все это осложнено огромным количеством проблем, которые сейчас вызваны войной. Эти процессы будут двигаться с той скоростью, с которой мы можем их делать в условиях военного времени.